приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы приготовим один из самых популярных итальянских сыров, сыр кочота. Ну и, собственно говоря, кочоту мы уже готовили. В этом видео я не столько подробно буду останавливаться на приготовлении сыра, сколько на двух моментах. Первое – это кочота с добавками, сейчас расскажу. И вторая – это кочота с разными корочками. В первую очередь по поводу кочоты с добавками. В Италии кочоту готовят с огромным количеством добавок. С паприкой, с перцем, с сушеными помидорами, с орешками, с оливками, с травами. В общем, с огромным количеством разных добавок, которые вмешивают в сырное тесто. И мы сегодня будем готовить две головки сыра. Вообще, кочота в переводе с итальянского «сырок». Ну, что говорит о его, в принципе, нежном вкусе и говорит о том, что головки небольшие. Мы сегодня будем готовить 2-килограммовые головки сыра. Сейчас я покажу формочки. И одну головку мы сделаем с добавкой красного перца. Можно делать с паприкой, как я уже говорил. Можно сделать с чем угодно, вмешивать тесто. Более подробно вернемся к этому вопросу, когда будем именно вмешивать добавку. И второй сырок мы приготовим, значит, по поводу вызревания, то есть по поводу корочки сырной. Ее тоже огромное количество вариантов. Можно делать в корочке из черного перца. Можно делать в корочке из трав. Можно делать в корочке из красного вина. Называется кочота альвина. Можно делать, обваливать сыр в сушеных помидорах, очень вкусно. Ну, в общем, тоже очень много вариантов. Классическая кочота, естественно, делается в натуральной корочке с оливковым маслом, с потиранием оливковым маслом. Но второй сыр мы сделаем кочота альвина, то есть с корочкой из красного вина, друзья. Как я уже сказал, кочота – повседневный сыр. И, ну, почему он повседневный? Да потому что готовить его достаточно просто. Очень рекомендую этот сыр для начинающих, для первых опытов приготовления сыра. Ну вот, рецепт очень простой, сейчас мы достаточно подробно, но в то же время будем стараться быстро показать процесс приготовления. Неудачи практически исключены, поэтому если вы начинающий сыровар, то рекомендуем вам начать с кочоты. По поводу оборудования. Нам понадобится водяная баня. В качестве водяной бани мы используем мармит. У нас на канале есть обзор этого мармита. Мы его называем, в принципе, сыроварня. Если у вас нет мармита, вам надо соорудить из двух кастрюлей обычную водяную баню. Берете кастрюлю большего объема и кастрюлю меньшего объема, так, чтобы одна помещалась в другую. В кастрюлю большего объема наливаете водички таким образом, чтобы когда помещаете кастрюлю меньшего объема, донышко вот так вот, видите, оно плавает в водичке, донышко касалось водички. Кастрюлю большего объема ставите на любой нагреватель, на любую плитку и получаем классическую водяную баню. Также нам понадобится для приготовления термометр. Мы используем вот такой вот термометр, его очень легко закрепить вот таким образом на бортике любой емкости, кастрюли в том числе. Можно использовать совершенно любой термометр. Дело в том, что нам надо будет контролировать температуру молока, температуру сырного сгустка. Это важно. Также нам понадобится, естественно, форма для сыра с поршнем. Мы используем вот такие вот формочки. Это формочка на кило 200, кило 300. То есть мы рассчитываем приготовить две головки по килограмму. Понадобится лира для нарезки сгустка, либо же нож длинный, если нет лиры, для того, чтобы нарезать сырный сгусток. Также нам понадобится шумовка, друшлячок и марлечка. Вот такой вот нехитрый список приспособлений. И считайте, что вы уже практически сыровар, друзья. Несколько слов хочу сказать о молоке и ингредиентах основных. В первую очередь молоко. Мы используем фермерское молоко, не пастеризованное, цельное молочко. Молоко должно быть не свежее, не только что надоенное. У нас молоко вчерашнее. На молоке поднимаются сливки, и половину сливок мы снимаем. Это делать не обязательно. Почему мы это делаем? Ну, в данном сыре это делать не обязательно. Почему мы это делаем? Мы готовим сметану и масло.
Кстати, если вас интересует, тоже у нас на канале есть видео, посвященное приготовлению сметаны, приготовлению домашнего масла. Поверьте, вкус ну, даже не базарный, о магазинном говорить вообще не приходится, даже не базарный, вкус просто потрясающий. Что касается магазинного молока, можно использовать пастеризованное молоко, можно использовать фермерское молоко и делать самим пастеризацию. Нельзя использовать ультрапастеризованное молоко для приготовления сыров, и нельзя использовать молоко длительного хранения, потому что в нем содержатся антибактериальные препараты, и когда мы будем носить молочно-кислую закваску, эти бактериальные препараты, антибактериальные, просто подавят ее. Соответственно, молоко не начнут работать молочно-кислые бактерии, молоко не начнет скисать, и вы не добьетесь образования сгустка. Помимо этого, для приготовления сыра нам понадобится, как я уже сказал, молочно-кислые бактерии, закваска и молокосвертывающий фермент. Мы используем вот такие вот наборы, покупаем их в Украине в интернет-магазине 413.com.ua. Этот набор содержит две колбочки. Мне очень нравится вот то, что у них, ну, во-первых, в такой термической упаковке, то есть из фольги, и герметично запаян. Здесь внутри две колбочки. Одна под номером 1 с закваской, вторая под номером 2 с молокосвертывающим ферментом. Можно использовать любую закваску, любую другую, и можно использовать любой фермент. Значит, сейчас расскажу о самой закваске. Закваска для сыра кочета должна быть термофильная, то есть молочнокислые бактерии, которые переносят высокие температуры. Молокосвертывающий фермент нужно использовать, вернее, можно использовать совершенно любой. Можно использовать сычужный фермент, можно использовать пепсин, можно использовать химозин. Мы предпочитаем растительный химозин, потому что получается самый прогнозируемый результат. Несколько раз работали с сычужным ферментом, либо из-за отсутствия стерильности при расфасовке, потому что продавец получает его в каких-то больших объемах, а потом расфасовывают в маленькие. Помимо этого, он очень капризен к температурным режимам, то есть хранить сычужный фермент нужно только в холодильнике. В общем, нас постигали неудачи при варке сыров, у нас плохо образовывался сгусток, поэтому мы предпочитаем сейчас использовать растительный фермент. Он очень прогнозируемый, и если вы начинающий сыровар, то рекомендую работать только с растительным ферментом. Также нам понадобится рассол, о рассоле расскажу немножко позже для засолки сыра, и по поводу хлористого кальция. Для приготовления сыра, если вы готовите из пастеризованного или магазинного молока, хлористый кальций нужен обязательно. Если вы готовите из цельного фермерского молока, хлористый кальций можно вносить опционально. Ну, потому что, во-первых, сейчас зима, во-вторых, каждое животное, у него содержание кальция в молоке разное. Для того, чтобы получить более стабильный и прогнозируемый результат, мы используем в непастеризованном цельном молоке тоже раствор хлористого кальция. Но, если вы, повторю, если вы готовите из пастеризованного, то его использовать нужно обязательно. Если из цельного, то опционально, по вашему желанию. Подходит аптечный хлористый кальций, он продается в аптеках, 10% раствор хлористого кальция. Либо покупаете в любом магазине для сыроваров порошок хлористого кальция, готовите 10% раствор, то есть по весу одна часть хлористого кальция, 10 частей воды. И, собственно говоря, будет вам счастье. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать, это перелить молоко в наши емкости. Естественно, все оборудование, которое мы используем, мы простерилизовали кипятком. Также можно использовать любой пищевой стерилизатор. Но очень важно, чтобы при приготовлении сыра все было стерильно, чтобы не занести в сыр никакие бактерии извне. Вообще, как бы правильно готовить в повязке, в маске и в шапочке даже, чтобы там никакие волосы не попали. Ну, в общем, никакие бактерии, чтобы не заселились. Молоко мы процеживаем через марлечку. В молоке иногда бывают сгусточки, также, чтобы исключить попадание соринок, так как молоко ручной дойки. Процеживаем все молочко через марлечку. Вот как пахнет. Обожаю запах молока. Включаем нагрев. Если вы готовите на обычной водяной бане, то включаете, просто ставите кастрюльку на плиту, накрываем
молочко крышечкой. Что у нас крышечка? Сейчас надо ее протереть, будет сейчас, сейчас накроем. Да. Помещаем молоко в термометр. Мы это делаем вот таким вот образом. И наша задача нагреть молоко до температуры 37 градусов. Это ни в коем случае не должен быть быстрый нагрев, просто на газу. Все дело в том, что когда вы нагреваете на газовой плите, то донышко кастрюли, оно нагревается до температуры до 250 градусов. Естественно, все при контакте с этим раскаленным дном, все молочно-кислые бактерии, которые есть в молоке, они все погибают. И процесс становится непрогнозируемый. Поэтому нагреваем на водяной бане, нагреваем медленно, процесс нагрева должен занять у нас не меньше 40 минут. Нагреваем молоко до 37 градусов, и сейчас я его накрою крышечкой, крышечкой накрываем для того, чтобы пыль никакая на него не садилась, ну, в общем, чтобы максимально приблизить условия к идеальной стерильности. После этого будем носить закваску. Температура молока достигла 37 градусов. Сейчас выключу эту пищалку. Внесем закваску или молочно-кислые бактерии. Как я уже говорил, молочно-кислые бактерии, закваска, вернее, у нас термофильная, которая хорошо размножается и нормально существует при высоких температурах. Рассыпаем нужное количество закваски. Все, марку закваски и количество вы найдете в описании видео. Рассыпаем по поверхности молока. Ну, у нас готовые наборы. Здесь закваска уже дозированная, поэтому мы просто, у нас два набора по 10 литров, просто высыпаем из колбочки, ничего не отмеряя. Перед тем, как носить закваску, молоко лучше перемешать, потому что в процессе нагрева сливки поднимаются наверх. Здесь тоже высыпаем заквасочку и ждем 2-3 минуты, чтобы закваска регидрировалась. То есть попросту, чтобы вот этот вот сухой порошочек, чтобы он намок. Если его сразу размешивать начать, он возьмется комочками. Через минуту закваска регидрировалась, надо тщательно ее размешать по всему объему молока. То есть не просто перемешать, а сделать вот такие вот движения вверх-вниз, чтобы она равномерно распределилась. При этом продолжаем поддерживать температуру 37 градусов и оставляем молоко на 30 минут, чтобы молочно-кислые бактерии начали размножаться, ну, начали свою жизнедеятельность и начали сквашивать молочко. Через полчаса внесем хлористый кальций в первую очередь. Вносим из расчета 1/4 чайной ложки на 10 литров молока, если молоко не пастеризованное, и 1/2 чайной ложки на 10 литров молока, если молоко пастеризованное. Хорошенько все перемешиваем. Сразу же после внесения хлористого кальция вносим молокосвертывающий фермент согласно нужной дозировке. Если у вас сухой фермент, то разводим сухой фермент где-то минут за 5 в 50 мл охлажденной кипяченой воды. Если у вас жидкий фермент, то все равно нужное количество фермента разводим тоже в 50 мл кипяченой воды и вносим молочко. Хорошенько перемешиваем. Засекаем время, я включаю секундомер на часах, и нам надо определить точку флокуляции молока, то есть точку начала образования сгустка. Для этого мы приготовили капроновую крышечку, продезинфицировали ее кипятком. Помещаем крышечку на поверхность молока, и каждые 5 минут, вот сейчас она совершенно спокойно крутится. По молоку. Каждые 5 минут прокручиваем ее таким образом и ждем, пока она начнет прилипать к молочку. Через 9 минут крышечка у нас прилипла к поверхности молока. Видите, она не крутится, и как на жвачке. То есть ее прокручиваешь, она возвращается назад. Значит, прошло 10 минут. Мультипликатор для сырокачета у нас 2,5. То есть умножаем прошедшее время на 2,5, получается 25 минут. Соответственно, всего сгусток у нас будет образовываться 25 минут. Оставляем его еще на 15 минут. При этом поддерживаем температуру 37 градусов. Через 25 минут будем проводить тест на чистое отделение.
Через 25 минут проверяем сгусток на чистое отделение. Для этого берем, делаем ножом разрез и раздвигаем этот разрез. Вот я бы еще минут 5, наверное, подержал бы. Ну, не знаю, смотри. Ну, мне кажется, немножко он разрывается еще. А хотя нет, вообще чистая, да. Если мы достигли нужной плотности сгустка, то из чистого отделения, мы вот так вот надрезаем ножом и раздвигаем. Главное, чтобы сгусток не прилипал к ножу. Можно приступить к порезке сгустка. Вооружимся ножом и порежем сгусток крест-накрест, вначале в одну сторону, потом в другую, столбиками размером примерно 2 сантиметра. Ну, вымерять не надо, совершенно спокойно это можно делать на глаз. Я сниму этот градусничек, чтобы Ларисе было удобно. Вот так вот порезали в длину, допустим, ну или в одну сторону, если круглые кастрюли готовим, то длины нету. Режем в другую сторону. У нас получатся такие вот столбики. После того, как порезали сгусток по вертикали, дали ему 2-3 минутки постоять и порежем его по горизонтали. Если у вас нет лиры, то просто под углом вводим сгусток в нож и режем, ну, как-то стараемся, например, на одинаковые кубики. Теперь нам надо поднять температуру в течение 15-20 минут до 42 градусов. При этом мы разрезаем сгусток и время от времени его помешиваем. Помешиваем достаточно аккуратно, чтобы не повредить, ну, чтобы не раздробить его. Раздробить его в крошку вообще не надо. То есть желательно, чтобы вот так вот, как мы его порезали, так примерно он у нас такими кусочками и оставался. Поэтому мешаем достаточно аккуратно. Вооружимся шумовкой и аккуратненько перемешиваем сгусток. Если у нас остались где-то большие кусочки, то бортик кастрюли, их можно прям вот шумовкой таким образом разрезать. Засекли 15 минут и поднимаем температуру. Достигла температура у нас 42 градусов, заняла это 20 минут, как раз отлично. Теперь нам надо, кстати, вот видите, зерно, покажи, пожалуйста, зерно. Зерно, оно округлилось, то есть мы его не издробили, оно такое достаточно крупное, но при этом оно немножко уменьшилось в размере, то есть оно отдало уже часть сыворотки, округлилось и стало такое, как обмыленное. Ну вот мы достигли того результата, который нужен. Теперь сливаем, вооружаемся ковшиком и сливаем часть сыворотки. Ну, стараемся слить как можно больше, чтобы фактически у нас зерно показалось. При этом температуру поддерживаем, то есть у нас температура должна оставаться такая же. Чтобы проще было сливать сыворотку, чтобы у нас не уходила часть зерна, в кастрюльку, в которую сливаем сыворотку, ставим друшлачок и сливаем через друшлачок. Таким образом, те кусочки зерна, которые у нас попадают в ковшик, они в любом случае остаются, они не уходят в сыворотку. А из сыворотки можно приготовить два вида сыра. Можно приготовить итальянский сывороточный сыр рикотта. Очень классная штука, его можно использовать как бутербродную помазанку или можно использовать для выпечки. Например, приготовить из него чизкейк очень вкусный. А также можно приготовить очень интересный норвежский сыр брюност. Это просто взрыв вкуса. Конечно, с ним надо повозиться, но получается такая штука. Мы первый раз, когда делали его, пока пробовали, думали, что делаем два раза, первый и последний. А потом распробовали и вот сейчас вот готовим его регулярно. Если вы не делали еще брюност, попробуйте. Вкус описать невозможно. Или посмотрите видео, допустим, на канале, как же он, в поисках приключений называется, да? Есть интересное видео о поездке в Норвегию, там, где варят брюност. Так вот, норвежцы этим своим сыром брюност, они им гордятся просто невероятно. Это реально гордость Норвегии. Кстати, видео о том, как приготовить рикотту и как приготовить брюност, есть на нашем канале. Слили всю сыворотку. И вот видите, то, что у нас попало, то, что у нас хотело попасть в сыворотку, оно туда совершенно не попало.
Теперь готовим простерилизованные формы и будем формировать головки нашего сыра. И вот как раз на этом этапе перед помещением сыра в форму можно в сырное тесто вмешивать любые добавки. Мы вмешиваем в один сырок острый перец, вот такой вот листовой. Можно вмешать сюда орешки. Можно вмешать... Да давай три. Пусть поострее будет. Можно вмешать оливки. Можно вмешать зелень. Можно вмешать прованские травы. Что еще можно, Лариса? Я, кстати, с зеленым оливки сказал, да. Вот. С зеленым луком тоже делают кочету. Ну, точно, ее же делают с курагой, делают с изюмом, делают с разными сухофруктами. В общем, друзья, вариантов для творчества здесь огромное множество. И вот после того, как мы вмешали в сырное тесто наш наполнитель, ну, в данном случае у нас острый перец, переносим сырное тесто уже в форму. Вот так вот, как это делает Лариса. Подпрессовываем руками. Надо хорошо уплотнять. Этот сыр делается методом самопрессования. Под прессом он не прессуется. Поэтому, вот как сказала Лариса, хорошенько уплотняем его руками. Вот так вот заполнили по формочку и хорошенько ее утрамбуем и оставляем ее в нашей водяной бане пока. Там у нас чуть-чуть на дне сыворотки не есть, ничего страшного. Сейчас мы сформируем вторую и расскажем, как дальше, что дальше с ним сделать. Теперь смотрите, друзья, после того, как мы сформировали полностью наш сырок в форме, выливаем из водяной бани всю воду, на дно ставим какую-нибудь решеточку, ну вот мы поставили, у нас специально вырезанная такая решеточка, в самой водяной бане поднимаем температуру до 50 градусов Цельсия и накрываем, то есть здесь у нас сухо, на дно будет стекать решеточка для того, чтобы на дно стекала сыворотка и при этом сыр не купался в этой сыворотке, чтобы она имела возможность стекать постоянно. Накрываем все это дело крышкой и постоянно нагреваем, то есть так, чтобы у нас в водяной бане температура воды была 50 градусов. Оставляем наш сырок на полчаса так. Через полчаса перевернем наш сырок. Попробуем перевернуть. Лариса утверждает, что это получится сделать просто так, без всяких напрягов. Ну-ка, получилось. Я сразу туда положу. Да? Да. Попробую, по крайней мере. Отлично. Перевернули. Точно так же переворачиваем второй. Красота. Тот, который у нас с паприкой, мы сделаем в корочке из черного перца, а вот этот, который у нас белый, без ничего, мы сделаем альвина, то есть в корочке из вина. Ну, соответственно, и таким образом раскроем все процессы. То есть вмешивать в тесто, как я уже говорил, можно все, что угодно. И по поводу корочек. Корочка с оливковым маслом есть в нашем предыдущем видео о сыре кочете. А корочка из красного вина и корочка из перца. Точно так же, как с корочкой с перцем, можно делать и сухарики, можно делать и сушеные помидоры, корочку из сушеных помидоров. Ну, как я уже говорил, огромное количество. Но об этом чуть позже. Оставляем сырок еще на полчаса. Водичку также в водяной бане поддерживаем на уровне 50 градусов Цельсия. Через полчаса еще раз перевернем сырок. То есть всего он у нас должен находиться вот в этой теплой бане полтора часа. Три раза его переворачиваем. Пока Лариса будет его переворачивать, я расскажу, как приготовить 20% соляной раствор.
В 4 литрах воды растворяем килограмм соли и доводим до кипения. После этого остужаем и процеживаем через марлечку, потому что в соли наверняка будут какие-то артефакты. Естественно, используем неядированную соль. Добавляем в этот раствор 5 мл 6% уксуса и 5 грамм сухого хлористого кальция или 40 мл 10% раствора хлористого кальция. Раствор готов. И после этого мы будем засаливать в нем сыр. Раствор можно использовать несколько раз. То есть не спешите его выливать, избавляться от него после засолки одного сыра. Мы обычно используем рассол 3-4 раза, друзья. Оставляем сырок еще на полчаса. Еще через полчаса можно прекращать нагрев и доставать нашу кочету из формы. Мы подготовили вот такие вот решеточки. Мы используем решетки от микроволновок. Застилаем дренажным ковриком. Достаем кочету. Что-то она, опа, досталась, отлично. И на 3 часа оставляем наш сыр при комнатной температуре. Переворачиваем его каждый час, чтобы он равномерно обсыхал. После этого еще на 6 часов поместим его на верхнюю полку холодильника. Тоже хотя бы 2 раза за эти 6 часов, но обычно мы помещаем на ночь холодильник на верхнюю полку, потому что там потеплее. Вообще, конечно, идеальная температура это 10 градусов, но у нас сейчас зима, камера для созревания сыров отключена, поэтому сделаем это в холодильнике. 3 часа сыр у нас сохнет при комнатной температуре и 6 часов в холодильнике. Первые 3 часа переворачиваем каждый час, вторые 6 часов переворачиваем каждые 2 часа. Итак, друзья, сырочки обсохли, настало время их посолить. Посмотрите, какая красотуля у нас получилась. Две головочки. Кстати, сейчас попросим Ларис, дай, пожалуйста, весы, я их хочу взвесить. Как вы понимаете, это видео посвящено не столько кочете, сколько наполнителям и натуральным корочкам для вызревания сыра. Так вот, таким образом можно, естественно, делать не только кочету. Мы, допустим, очень любим российский сыр с орешками. То есть, ну, практически наполнители, практически в любой сыр можно вмешивать. Ну, за исключением сыров, которые вы готовите по каким-то классическим рецептам, там, итальянских сыров, французских сыров и так далее. Давай, пожалуйста. Точно так же и корочки для, натуральные корочки для вызревания сыра, и точно так же сыры Альвина, которые покрываются винной корочкой. Вот, собственно говоря, мы на примере этих сыров, так сказать, показываем вам, как это правильно можно делать. Так, а ну-ка, ноль. Одна головочка 976 грамм. Вторая головочка 993 грамма. Практически идеально. Ну, практически по килограмму. Выход с 10 литров килограмм. Это очень круто. Друзья, перейдем к засолке. Я рассказал вчера рецепт, как приготовить рассол, и также вы найдете рецепт в описании. Еще раз говорю, рассол можно использовать несколько раз. То есть мы его обычно используем 4-5 сыров. Очень часто задают вопросы в комментариях, для чего в рассол ложить хлористый, помещать хлористый кальций. Ложить не надо. Ну, иногда все-таки бывает. Я очень стараюсь быть слов паразитов, но на самом деле я знаю, что их у меня много, поэтому не обессудьте. Хлористый кальций мы кладем в раствор для засолки, для того, чтобы корочка сыра не замылилась. Видите, он уже покрылся, он немножко обветрился за ночь и уже покрылся корочкой. Если его положить просто в соляной раствор, эта корочка замылится. Будет вот такой эффект, как мыло, которое пролежало, ну, в мокрой среде или просто в мыльнице с водой, к примеру. Хлористый кальций наполняет верхний слой сыра кальцием и не дает корочке размягчаться. Поэтому помещаем сыр в рассол. И как мы его солим? Солим мы его из расчета 3 часа на 500 грамм сыра.
То есть у нас килограммовые головки, соответственно, солим их 6 часов. Видите, головка плавает, то есть верхняя часть не так хорошо просаливается, поэтому каждые 2 часа желательно головку переворачивать в рассоле. После того, как сыр просолится, это будет уже поздним вечером, я снимать не буду, поэтому расскажу. После того, как сыр просолится через 6 часов, мы его на сутки, опять же таки, оставляем вот на таких вот приспособлениях или на любых решетках, чтобы он опять подсох, снова от рассола подсох. На сутки, да, и каждые там 3-4 часа хотя бы переворачиваем его, чтобы сыр с обеих сторон подсыхал равномерно. Ну вот, увидимся завтра и перейдем уже непосредственно к формированию корочки на сыре, который у нас без наполнителя, он у нас будет с корочкой альвина, а вот этот вот, ну, в вине. А сыр, который с наполнителем, мы сделаем натуральную корочку из черного перца. И вот в ней он будет вызревать. Ну и еще раз повторю потом, из чего еще это можно делать. До завтра. Итак, друзья, наш сырок обсох. Я сейчас буду совершать святотатство, портить вино. Ну как, не портить, я буду делать сыр альвина. По этому поводу я одел разные перчатки даже. Для того, чтобы сделать корочку из красного вина, нам понадобится красное вино. Вот у меня вино розовое домашнее. Покупать магазинное вино я не решился, поэтому решил использовать розовое домашнее вино. Берем, собственно говоря, сыр, помещаем его в вино, и вино у нас выливается. Надо отлить немножко. Отобрать. Дай-ка мне стаканчик, Лариса. Еще немного вина перевел. Интересно, его можно пить теперь? Чик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще катастрофа. Дай-ка ложечку. В общем, таким образом помещаем сыр в вино на 36 часов. Засекаем время. Через 36 часов вымем его, обсушим в течение 12 часов и второй раз поместим на 48 часов. Такая технология приготовления сыра альвина. Очень много разных сыров, можно даже обычный российский делать в корочке из красного вина. Получается очень круто, очень вкусно. Этот сыр мы оставляем на 36 часов. Потом обсушим, потом опять в вино, и уже обсушим, он будет созревать 2 недели. Через 2 недели, естественно, будет дегустация, уже без клоунских разных перчаток, я покажу отдельно. Теперь сыр в корочке из натурального, но в данном случае мы хотим использовать черный перец. Как я уже говорил, можно делать корочку, ну вообще можно из золы, кстати. Можно делать из сушеных помидоров, очень вкусно. Можно делать корочку из зелени формировать. О, еще можно, Ларис? Оливковое масло, в принципе. Не, ну оливковое масло это классическое, а вот присыпки. Ну, в общем, я сейчас подумаю, пока буду шаманить. Подумаю, из чего можно. Смазываем сырок оливковым маслом. Чтобы перчик к нему прилип, так сказать, или залип, или прилип, и делаем вот такое вот действие. Чик. Кошка считает, что это возмутительно. Вот так вот я его хочу обвалять в перце. Друзья, такой аромат просто потрясающий. Это будет бомбезный сыр. Мы уже так делали. Этот аромат проникает вовнутрь черного перца. Придает такой сказочный аромат самому сыру. Но вот очень нравится мне еще корочка из сушеных помидоров. С этой стороны точно так же. У нас вообще сыр будет мега. Сыр с красным перцем чили в корочке из черного перца.
Обязательно с перцем надо работать, с перчатками. И с чили, и с черным, потому что он заходит под ногти. И бессонная ночь вам обеспечена, если вы не оденете перчатки. Это я вам гарантирую. Вот так вот формируем корочку. Перец мы сами смололи, то есть взяли горошек, купили на рынке и смололи его. Он ароматный невероятно, невероятно просто. Вот таким вот образом. И тоже этот сырок отправляем вот так вот сушиться. Пусть высыхает, и при нужных условиях, то есть при температуре 11-12 градусов, он у нас будет уже в таком виде созревать в течение 2 недель. Потом, естественно, будет дегустация. Итак, дорогие друзья, еще раз с удовольствием представляем вам 2 вида сыра. Один натуральные обсыпки, или корочки из натуральной обсыпки. Не буду повторяться, уже говорил несколько раз, как ее можно сделать. Второй сыр Альвина, то есть сыр в вине. Можно экспериментировать с очень многими сырами, и с корочками, и с наполнителями. Постарались максимально раскрыть вопрос. Если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Друзья, хочу напомнить, что Лариса ведет канал «Путешествия Даниила и Ларисы». В конце видео сейчас будет ссылка на этот канал. Нам очень нужны подписчики, потому что YouTube изменил условия монетизации. И действительно, канал приносит не очень много средств, но фактически мы работаем, создаем эти видео. У нас, конечно, есть основная цель. Основная наша цель – это то, что мы хотим донести до вас, что не надо делать сыры, вернее, покупать сыры в магазинах, и не надо покупать колбасы в магазинах. Их просто, вкусно и значительно более полезно делать самостоятельно. Но нам приходится покупать оборудование, там покупать какой-то свет, покупать какие-то новые приколы для камеры. Сейчас мы немножко хотим переоборудовать нашу кухню, поэтому даже тех скромных денег, которые приносит канал о путешествиях, ну, они нам очень нужны. Поэтому большая просьба, заходите, смотрите на канал. Мы как бы на канале о путешествиях делаем видео о популярных курортах и стараемся максимально раскрыть все нюансы того или иного курорта. Горнолыжных курортов, морских курортов. Есть очень интересные видео о Кипре. В общем, заходите, смотрите, подписывайтесь. Это действительно важно для нас. Друзья, а мы, естественно, будем работать для вас, будем создавать новые видео, будем варить новые сыры. Постараемся вас не разочаровывать. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!